35 новобранцев отправились на службу в морскую пехоту города Актау. Родные и близкие проводили их торжественные церемонии на городском сборном пункте, организованном Департаментом по делам обороны. Прежде чем отправиться на службу, все призывники прошли психологическое и медицинское обследование. Начальник городского департамента по делам обороны полковник Абдигабит Шигибаев пожелал будущим солдатам удачи и призвал их с честью выполнять свои воинские обязанности. В течение 12 месяцев вы будете исполнять свой воинский долг. Все родители желают, чтобы их сыновья вернулись здоровыми и исполнили свой долг. Пусть каждый из вас благополучно вернется домой. По традиции на церемонии выступил председатель городского совета ветеранов вооруженных сил, полковник в отставке Сирик Пайонбаев. Он подчеркнул важность прохождения военной службы для каждого мужчины. Сегодня правительство предоставляет все необходимые условия для службы. Мы желаем вам удачи и надеемся, что 12 месяцев пролетят как 12 дней. Возвращайтесь домой здоровыми, молодые люди. Призыв в армию продолжится до декабря текущего года.